Так, Юпитер сползает слева в углу в кадр 1 февраля 2024 год. Ну, к сожалению, резкости лучше не получится. У нас просто облачно. Ну, какие-то экваториальные полосы я вижу. И даже... Чей ветерок? Мне в окуляр даже видно и спутники. Ну, сейчас я попробую своим мощным телом прикрыть от ветра. Даже не знаю, насколько это получится. Вряд ли что-то. Ну, очень сделал. Да, экваториальные полосы видно. Уменьшил выдержку. И на это издевательство, конечно, при таком выражении. 1 февраля 2024, Запорожская область.